Ехали в Галактику Максу обувь купить. И зашли здесь, получается, при храме есть зоопарк. Ой, ой, птичий парк. Дай Дашеньке показать. Вот, блин, вот это да, Макс, надо вот так снимать. Надо попасть это в дырочку. А, так не получается. Какой красивый. У тебя получается? Блин. В общем, очень да. Красивый. Тем жар вовремя. Птица. А он только что открыл, да? Да. А, так еще крикнула. Так, ну я боюсь, что Даша пальчики будет сувать. Я лучше на ручках ее подержу. Я здесь белые павлины. Даша вот того павлинчика увидела. Как кричит павлин? А! Тут еще и попугайчики есть, неразлучники, волнистые. Но этот павлин просто вообще бомба. Ой, ну красивый, просто вообще слов нет. Какой красивый, да? Ну что, поехали Максу обувь покупать? Да, есть. Какая хорошая. Ой, там, смотри, целуются эти. Эти, как павлин. Павлин. Да. Даша вышла в зоопарк. О, белый павлин. Да. Ну все, пойдем. Тут солнышко светит. Дочка и девчонка. Так, мы уже в галерее. У Макса уже полностью образ готов на выпускной. Выпускной у нас будет в начале июля. Осталось только купить обувь. Как я говорила, сандали. Это я просто летние туфли так называю, сандали. Когда хочется быстро сказать, иногда не задумываешься о том, что ты говоришь. О, стулья тут недорогие. Нам вот стулья нужны будут. Фух. Тут хоть прохладненько. На улице сегодня жарко. Вчера стала читать комментарии. Почему-то все подумали, что вручение аттестата у Макса было 24 июня. 20-го было. А вот так мне выбирают обувь. Даша, кого ты хочешь? Это или это? Вот это? Это кто? Сейчас идем в мегашоп. Там такие платья красивые продавали недорого. Максу обувь купили в Каре. Пошли в Каре. Смотрю, Каре закрыт. Я так расстроилась. А потом смотрим везде вот такие указатели. Написано Каре гипермаркет. В Галактике открылся гипермаркет Каре. И там продаются и обувь, и детские товары, игрушки. Все там для дома. В общем, и также берешь два товара, третий в подарок. Мы просто взяли Максу обувь и мелки. Ну и взяли еще Даше конфетку. Там мелки стоили 40 рублей. А так получается и игрушки дешевле, чем, кстати, в детском мире. И одежда тоже там детская. Очень хороший выбор. Так что, ребят. А сюда мы заходили в мегашоп с Максом купить носочки, потому что обувь мерить нужно на носочки, а здесь носки дешевые. И набрали Даши игрушек, там кепку Максу, панамку взяли, сачок вот этот взяли. И я смотрю, там продаются такие красивые платья. Ну, говорю Максу, блин, ну я как всегда, Максу покупаем. Кстати, Макс меня сейчас должен догнать. Максу покупаем, а мне все хочется примерить. Ну, сейчас мы Максу все взяли. И у нас еще есть время, поэтому я надеюсь, Максим быстро подойдет. Вот, здесь вот мегашоп. Тут, кстати, Максу на выпускной можно было одежду купить в 3 или в 4 раза дешевле. Качество не хуже, ребята. Я сейчас посмотрела, я даже немножко расстроилась. Тут одежда намного дешевле. Вот сейчас просто за носками зашли. Вот джинсы вот такие вот. Ну, это, к примеру, 1840. Сейчас покажу те платья, которые мне понравились. А, Макс в туалет пошел. О, бодики всякие. Ну, в общем, сейчас покажу платья, которые мне понравились. Я просто о таком платье мечтала уже давно. Вот, вот эти платья. Вот такое платье хочу. Вот, вот это мне очень понравилось платье. Вот, вот это.
Вот такое вот платье стоит, сейчас скажу. Так, Дашу оставила. Даша кушает. Вот, вот такое вот пляжное платье. Вот, я сейчас хочу их померить. Сейчас Максим придет, где цена. 1610. А вот такое вот платье 830. Это же вообще... Оно хлопкое, хлопковое, хорошее качество. А там рубашки, там все, там рубашка, хлопковая, хорошая рубашка, хорошо сделана за 500 рублей. Я Максу за 2000 покупала. Это просто трындец, ребята, я в шоке. Вот еще такие платья. В общем, сейчас Макс придет, с Дашенькой побудет. Я хоть на себя что-нибудь попримеряю. В общем, хочу себе вот такое платьишко белое, пляжное. Я просто давно о таком платье мечтала. И все, тут дорогие, прям на пляже продавались. Возьму сейчас несколько штук, сразу примерю. Ну ладно, все, отключаюсь, выбираю платье. Макс придет, я уже пойду примерять. Вот такое вот тоже платье. Такое платье стоит... Непонятно сколько. А. Ты моя воображуля. Ладно, все. Буду смотреть платьишки. Да, все, пока. Пока-пока, да? Ну что, настало мое время. Набрала кучу платьев. Все белое, все одного фаса. Ну, такие, которые мечтала. Максим сейчас катается по кругу, а я сейчас попримеряю все. Господи, наконец-то. Буду снимать вертикально. Вот самое простое платье стоит 960 рублей. Кстати, прикольная, но в белом цвете не очень, мне кажется. Не, для пляжа классно. Надо снимать на ширик. Вот. Надо в другом цвете было посмотреть. Но так прикольная, классно. Свободная, легкая. Платье это стоит 1610. Тоже свободное, легкое, красивое платье. Но мне как-то оно нравится, но не так, чтобы прям очень. Как бабулечка я в нем такая. Но со шляпкой классно, для пляжа шикарно. Хвостик сняла. Ну, прям пляжное, пляжное. Но это платье мне пока больше всего нравится. Тут и плечи закрыты, и можно вот так вот спустить, чтобы было такое классное нарядное платье. И на пляж, и просто так. В общем, классное платье. 930 рублей стоит оно. Пока оно у меня в фаворите. Я, кстати, слышу, когда Максим рядом проезжает с Дашей. Вот, очень красивое. Так, это платье стоит 1440, но... Оно просто... Оно... Ой, Максим, по-моему, не залит. Вот. Оно не приталенное, но оно офигенное. Оно и приятно. Тут подкладочная ткань, она приятная вот это, к телу. Блин, я, наверное, возьму и такое, и такое. Может, посмотрю цвет какой-нибудь другой. Ну, хотя цвет... Там такие бледные цвета, мне они не идут. А вот белый, он всегда в тему. Вот это... Мне, короче, два платья уже нравятся. Я возьму себе... Точно два платья. Класс. Вообще шикарно. Я тащусь. Классно. Очень нравится. Мне очень нравится. Наконец-то настало мое время для примерок. И под... В общем, класс. И вечером в парке погулять, и на пляж. Класс. Платье стоит 1280 рублей. Оно мне тоже очень нравится, но все-таки предыдущие два платья были круче. Я возьму два платья. Просто шикарные. Я считаю, цены вообще недорогие для таких платьев. Я давно мечтала себе такое платье взять. Класс. Мне очень нравится. Но это мне тоже вот три платья больше всего понравились. Они свободные, легкие, но все-таки те два больше. Даша там говорит, ну понятно.
своими уже детками. Вот такие платьишки я видела на Алиэкспресс, но их еще фиг дождешься. Они идут сразу с шляпками. Вот 420 рублей. Но это прям на совсем маленьких. Короче, здесь выбор шикарный. Но мы уже платьишек накупили. Платьишки нам не нужны. Я бы еще такое, Даша, взяла платье. Или муслиновую рубашечку на пляж. Ой, кто-то сейчас потеряет сандальку. Кстати, ребятушки, в мегашоп я долго искала разные повязочки, когда Дашенька была маленькая еще. Смотрите, какой огромный выбор повязок на голову. Какой огромный выбор панамочек. Кстати, и на Дашу я панамочку купила на ее возраст. От самых простых, вот эти самые простые, 40 рублей панамка. Вот, до самых вот таких вот с кепками. Вот это, кстати, стоит 160 рублей. Это же недорого. А повязки вот эти, вот такая вот повязка 210, это тоже недорого. Такие они вообще по 700 рублей стоят. Вот такое вот платьишко на годик. Вот я Даша искала. Отгадайте, вот такое вот я находила только 2000 минимум. Отгадайте, сколько стоит? 910. Вот такое вот 850. Вот, я в шоке, товарищи. Все, короче, надо сюда ходить. Вот, 850. Это же платьишко одного дня. Чисто для фотографии одел, и все. 850 вот это. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Хочу рассказать прикол. Когда пришла Максу одежду покупать, я увидела эти платья. Увидела кучу всего, что мне хотелось бы померить. Но думаю, надо все-таки Максу выбрать, потому что неизвестно, когда же себя будут вести. В общем, весь прикол в том, что сейчас у нас есть время погулять здесь, чтобы не своим ходом домой возвращаться, а... Ой. Ой. Когда с Максом пришла, мне показалось такой огромный выбор, столько всего. Кстати, о, туфли. Но мы купили в Каре. Я побоялась здесь покупать. Но здесь... Ну, в принципе, здесь такая же цена, но качество... Ой, капает откуда-то. В общем, а когда пришли целенаправленно, чтобы Леша нас забрал, у нас куча времени еще есть, чтобы Леша нас забрал, чтобы не самим, не своим ходом добираться. И уже своим, когда целенаправленно пришла для себя что-то купить, померить, мне уже ничего не нравится. Делаем выводы, что нужно приобретать тогда, когда вот мимо просто зашел, и тогда все нравится. Тогда находишь именно те вещи, которые цепляют. Что, ребятушки, делаем выводы. Если хотим что-то, если увидели что-то, что понравилось, нужно брать. Потому что я уже заметила такое и в ремонте тоже, и в одежде. Что когда ты приходишь, и тебе это не нужно, там в ремонте приходишь, мебель такая классная, там, сантехника офигенная. Я сейчас приплела хвост, как лысая. А когда приходишь целенаправленно себе выбирать, ничего не нравится. Вот так и сейчас, вот именно в один день. Когда не было времени это все покупать, вон Даша. Ребенок уже устал, сейчас опять ее отпущу побегать. Да, нужно брать, когда нравится, а не специально приходить и что-то выбирать. Специально никогда ничего не нахожу. Ой, мы же вообще-то сюда шли. Даша ходит по магазинам, да? Пойдем, Дашень, идем. Идем, идем. Вопрос. Это птичка. Так, все, сидим на фудкорте. Даша играется в игрушечки. Тут очень много закрылось магазинчиков питания. Вот здесь, ну, на фудкорте. Там вон три закрыто. И здесь тоже один закрыт.
Да, вкусная точка тоже нет, мы в Гиросе заказали. В KFC очередь была, но сейчас не такая уж большая. Сейчас перекусим. Ты наша красотка. Сейчас заезжаем на мост, и вот так вот выглядит въезд на старый Яблоновский мост. Как будто вообще там все так странно смотрится. Все перерыли. Можно смотреть, из чего устроен старый мост был. Mm-hmm. Из какого он песка. Стоял на песке. А ведь мы недавно по нему катались. На, Макс, поснимай ты. Они могут, наверное, этот песок использовать теперь при строительстве этого нового моста. Ага. Интересно. Смотри, там какие-то кабели. Вообще. Блин, там кабели, там меди сколько в ней. Вообще так интересно. Вот едем сейчас по новому мостику. Да, горы вообще шикарно видны. Мы с Максом, когда шли, не было вот этой дымки, и прям все четко, прям, знаешь, как панорама, как 360 градусов, вся, весь обзор всех гор. Сейчас не так видны горы. А Дарья устала и сразу вырубилась. Так, купили еще кукурузу, на этот раз по два, и для Лёши. Дашенька, складывай в холодильник. Клади туда. Ой, помощница. Моя ты помощница. И давай, давай. Ой, ну помощница. Книжки. Давай еще один йогурт мне неси. Этот уберем в холодильник. Но ты не сможешь поставить его, надо... Я сюда наверх поставлю. Еще один неси. Закрывай холодильник. Давай. Все, иди еще один принеси, помощница. Ой, она так любит чувствовать себя нужной. Молодец, молодец. Тяжелый, да? Ой, ну довольная. Все, давай. Молодец, Даша, молодец. Умничка. Ну и вот еще один помощник.